Всем привет. Короче, что, сегодня погода, класс. Решили, у нас есть еще в гараже стоит. Как она называется? МТ, короче. МТ Днепр 10. МТ 10. Сейчас мы, короче, попробуем его завести. Там порвали с прошлой поездки сцепление. Почистим карбюратор. Поедем, заберем Миху и поедем на рыбалку. Погнали выкачивать, приоритет. 40 год мопед стоял, никто его не заводил. Тут нашлись мы, те, кто его сейчас будут восстанавливать. Да? Да. МТ вон, вон наша МТшка. Что? Выезжай, выезжай, выезжай. Сцепление оторвано. Сейчас поставим тросик. Вот этот краник забитый. Я даже не знаю, что с ним придумать. Короче, что-то надо будет с ним думать. Я даже не знаю, бензин там оставался. А, так там бензина хватит, чуть. Это лишнее. Не, короче, бензин даже есть. Видишь, ну этот не течет. Этот не течет бензин. Короче, что-то придумать надо с этим карбюратором, почистить, и в принципе можно будет заводить. А еще есть запасное колесо у нас. А тут, короче, в прошлой поездке мы штуцер вырвали, его надо снять и, короче, поставить запасное, накачать с этой стороны все. В общем, что мы сейчас делаем? Я много не буду показывать. Выкручиваем свечи, чистим, ставим трос. Снимаем раз карбюратор, два карбюратор, чистим и думаем с этим краником. Короче, сделаем. Не буду показывать, как это все делать. Это, короче, долгая история. Сделаем, покажу. Не переключайтесь. Будет труба интереса. Мега интересно будет. Поехали. Yeah.
снизу. Так что он выключил? Вниз паса, блин. Куда? Вниз паса. А что же он чихает? Искры нема. Золотажку сейчас заклеим. Конечно, золотажку. Я не закрыл, я только не закрыл. В общем, что, снял катушку зажигания, не было искры. Не надо, перепаяли катушку зажигания, вроде бы когда появилась искра. И сейчас пробуем дубль 2. Если скат пустой, снимайте коляску. Да я так тоже. Ты шлем твой. Нет, ты можешь. Так пизда, колесо будет все. Да не будет. Мы поживем, блядь. Да не хочу. Красиво грешу катаю, охуенно. Это ключи вторую часть, которая третья же. Ну, он вообще выпустил. Ты слышал, это гадко. Ты слышал, крутики? Не бздык, по-моему. Ай, блядь. Ну что, пацаны? Давай. Что? Толкай. Да ёпта. Тут хоть удался.
тормоза задние трофик провода. Так что все. Ну, сделали это? Короче, все. Че он дымит? А то на картере это мазута, блин. Все, пока.